там охрана должна быть. Кто верит, кто проверил, вот человек идет. Ой, никого прости. Женщина, я вас спрашиваю. Какой я? А вакцину вообще не делали? Не делали, не целую, не целую? Нет, все. А болели? Ближайшие 6 дней. А охрана на входе была? Когда мы ходили? Никого не было? Никто ничего не спрашивал, да? А вот сейчас вот эта съемка была, вот мы говорим, когда тебе денег было в момент, когда не были в маске, у нас позже уже, когда она продукция оплатила, уже потом уже делала маску. Может она и свинитая, но в сумме у нас вот сразу, вот сразу не полиция стоит, вот видео съемку. В ходе мероприятий был выявлен торговый центр, в котором не велась термометрия, не проверялись QR-коды, сертификаты и масочный режим. Также периодически охрана отходила от своего пункта по своим неопределенным нуждам, которые не смогли объяснить. Также в одном из торговых центров плохо велась термометрия на центральном входе и в одном из супермаркетов отпускали товар без маски.